Четвертый сезон получился, на мой вкус, более, наверное, насыщенный и плотный, во-первых, по количеству новых героев и персонажей, которые появляются стремительно, и также их линия начинает развиваться, истории врываются в наши линии, которые уже существовали с первого сезона. А также наших героев тоже развернули в разные стороны, и Ольга меняется кардинально. Это новый уровень драмы, новый уровень борьбы за выживание. Это новые интересные персонажи, интриги и точно один шокирующий поворот. Для меня он был шокирующим. Когда я прочла, я просто делала... Это было прям... Я остановилась на секунду и сказала, круто, это очень крутой ход. Мне нравится. Такой бесстрашный. Линия написана более эмоционально. И достаточно много событий и поворотов в жизни героини, в отличие от предыдущего сезона. У меня новый партнер. Есть предательство, есть радость, есть горечь, есть страдания, есть какие-то открытия, есть разочарования. То есть такой достаточно большой спектр эмоций. Здесь явный такой скрупулезный, скажем так, эстетический подход к изображению. Я вижу, здесь много, очень много решается и совершенно иными средствами и способами. Скажем, какие-то персонажи уходят на второй план, которые были на первом, уступают место тем, которые были на втором плане. Происходит, ну, как в нашей жизни, со временем все меняется. В этом сезоне очень много времени уделяют эстетической стороне, постановке кадра и картинки, и вообще каждая локация – это произведение искусства в прямом смысле слова. Везде так красиво, и прям глаз каждый раз отдыхает. Я уже шутила, что вот вселенная Содержанок – это уже как Гарри Поттер на самом деле. Это уже правда отдельный какой-то мир. Вот. И мне очень нравится, что в этом сезоне много юмора. Это прям радует. Нет размеренного такого течения событийного ряда, где можно спокойно проанализировать, рефлексировать, оглядеться, посмотреть вокруг. Нет, тут все в какое-то самое начало. Может быть, после первой части, первой серии втягиваются в какую-то историю, а чудовищно и стремительно все это разворачивается. Там самый крутой сезон в этом смысле.